У него были не только эти проблемы, что ходить ему трудно было, сердечно-сосудистые проблемы, печень беспокоила, жидкость у него накопилась в животе, так что надо было там немножко так энергично действовать. Я ему объяснил и сказал, что я должен эту жидкость оттуда убрать. Ну, он сказал, как делай, доктор, что ты знаешь. Ну, я когда, у меня привычка такая была после того, как я в церковь начал ходить, я когда мыл руки во время операции, говорил молитву, начальную молитву, все, отче, вот я все молитвы говорил при себе. И даже мои сотрудники иногда говорят, вот как священник пришел, начал молитву читать, они иногда вот так смеялись надо мной. И вот говорю я эту молитву, мою себе руки, и святой отец смотрит на меня и говорит, доктор, что ты бормочешь? Я сказал, я молитву говорю. А какую молитву? Я сказал, отче, вслух говори. Я сказал, вслух. Сейчас 90-й псалм, тоже сказал. Посмотрел на меня и сказал, давай, делай. Я начал это все, сделал маленький надрез, выпустил воду и спрашиваю, док, вам больно? Нет, говорит, не больно. Он нас развлекал, мы как-то боялись, но что-то старый человек, трудно, чтобы не было плохо, чтобы ему не стало. Он же не в больнице был, он был в своей келье. В таких неординарных условиях мне приходилось работать там. И когда все это закончилось, святой отец говорит, в келье там была матушка Параскева, которая ухаживала за ним. Матушка, дай деньги доктору. Я сказал, батюшка, я от вас же деньги не буду брать. Как это можно? Я, ты, говорит, тут не командую, я, говорит, тут командую. Кто не благодарит врача, не благодарит Господа. Знаете, говорит, не ты работаешь, Господь, говорит, все это делает, ты, говорит, твоими руками. Так что, если тебе эти деньги не нужны, порви и выкинь, говорит, его. Ну и что мне было делать, я не знал, взял эти деньги, пошел. И вот это было первое такое учение, вот, когда он так строго со мной поговорил. Отец Гавриил всегда сейчас с нами, он может присутствовать. Если в молитвах мы его попросим, он будет с нами, и он наши сердца всегда радует. Спасибо вам огромное.